Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ох.
Видимо, показалось. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, Твою же мать! Кто это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Давай, давай, быстрее! Черт возьми!